В Сеуле министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в работе международного полицейского саммита. Мероприятие состоялось в день 74-летия образования полиции Республики Корея и было посвящено теме «Глобальное партнерство полиции в современных условиях». Уважаемые коллеги, мы являемся свидетелями стремительного технического прогресса и значимых открытий в области цифрового развития. Инновация в деятельности полиции позволяет более эффективно предупреждать и расследовать преступления, ограничивать возможность криминала, применение информационно-коммуникационных достижений в противоправных целях. Кроме того, значительно упрощают анализ и прогнозирование оперативной обстановки, поиск управленческих решений, необходимых для оптимального использования имеющего потенциала и своевременного реагирования на правонарушения. Владимир Колокольцев отметил, что анализ больших данных, полученных с помощью видеонаблюдения, позволяет в онлайн-режиме определять потенциально опасные места. В настоящее время для органов внутренних дел Российской Федерации системы видеонаблюдения создаются и внедряются в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Наиболее масштабная сеть, насчитывающая порядка 3000 интеллектуальных видеокамер по распознаванию лиц, развернута в столице, в Москве. Глава МВД России резюмировал, что разрабатывать новые подходы и эффективно бороться с преступностью сегодня можно только на основе сотрудничества правоохранительных органов с применением достижений в сфере высоких технологий.